За что доставлено в отдел полиции? За Ерику. Первый раз на 200 тысяч, поехал на 200 тысяч. Второй раз тоже на 200 тысяч. Третий раз на 165 тысяч. Что на 165 тысяч? Ерики. Взяла, привезла. Ехала, остановили сотрудники. Спрашивали документы, не документы. Осматривали. Потом сказали, давайте. Везде смотрели они. Потом я сказала, да, там на дверях. Как долго вы занимаетесь этим? Февраль, март и апрель. 21-го года? Да, 21-го. А сколько денег получали вы за одну такую поездку? Я ничего не получала, ничего не получала. Бесплатно работали, что ли? Ну, подруга меня одевала, кормила, ничего не возьму. Если бы она, я на улице жила бы. За что доставлено в отдел полиции? Да, таблетки. Расскажите подробно, какие таблетки? Лирику. Мы поехали, обратно когда ехали, в Атарском здесь мост содержали. Как давно вы занимаетесь перевозкой? Я всего лишь 3 раза ехал. А сколько за это получали вы? 15 тысяч. За одну поездку? Да. За что доставлено в отдел полиции? За то, что я девчонке давала деньги на таблетки. Я ей давала деньги, она ездила, привозила, продавала. Какую сумму давали? 200 давала, 150 давала. А как часто этим вы занимались? Это всего лишь 3 раза, 3-й раз. А за какой период? За этот год. А что взамен вы давали своей подруге? Ничего не давала, она со мной вместе жила. То есть вы ее обеспечивали? Тоже без сигареты, не сигареты, все, что нужно. Питание, не питание, мы же в одном доме жили и питались, и все, и одевались на это же. А какой доход имели с этой деятельностью? Разный. Ну, примерно. 100 тысяч, 200 тысяч. В месяц зарабатывали? Месяц, если за 3 раза всего лишь. Что делали вообще с этой лирикой, когда вам ее привозили? Она продавала. То есть все она делала сама? Да. Закладки тоже она, да, делала?